утро, друзья. Сегодня у нас 10 июля. Стоит палящая жара с утра. Я спрятался в беседку. Здесь чуть-чуть дышать можно. И направил видеокамеру моего скромного телефона вот на эту ягоду. Она поспела. Значит, давайте так. Если бы я был поэтом, только он мог бы так красиво рассказать в стихах о ягоде, которая относится к лучшим произведениям самого Господа Бога, которая предназначена как раз для наших средних и суровых краев, и которая практически незаслуженно забыта. Почему я так говорю? Потому что я в год получаю несколько тысяч писем. Раньше бумажных, теперь в основном электронных. И если так до десятка звонков в день с каждым вежливо говорю, умножим на 365 дней в году, да, еще получается 1000 звонков. А войлочной вишни воды набрали в рот. Никому она не нужна. Да, я ее навязываю. Да, как я это делаю? Я вам покажу потом прекрасные кусты. Вы будете кто в восторге, кто в шоке, в зависимости от черты характера. Кто позавидует, кто-то скажет, хочу такую же. Вот. Вчера мы ходили с предыдущим видеофильмом, и там я вам показывал грядку, где всходы из косточек вишни, прекрасные всходы, которые говорят и о квалификации, и о том, что это, в принципе, способен вырастить каждый. Но она не дает отводков. Это ее счастье, потому что те сорта, что, виды, что дают отводки, вроде сливы, вишни, яблонь, они ненавидимы. Они страшно ненавидимы. Почитайте третий номер, свежий. 15-й год, это было совсем недавно. Не буду фамилию трепать. Вот. О том, что надо всячески избавляться, всячески, что какие отводки, ухоту их. А я говорю, какая же огромная жаль, что войлочная вишня не дает отводков. Можно было бы распространить по всей стране. В Европе совсем худо с ней. Ну, понятно, худо. Посадят в углубление, закопают корневую шейку, посадят в ямку для полива, сгноят с гарантией. Я когда был на том самом злосчастном для меня, на злосчастной конференции, где за критику меня лишили слова, вот, недруги, как они... Я же об этом и рассказал, никто же не знал. Вот. И вот как получается, что недруги обрадовались, а лучше бы они радовались, огорчались тому, что я, обойдя... Я потом статью уже написал большую, обойдя добрую сотню дачных участков, изучив все это. Ну, там в основном так, гноение корневых шеек, это один, и уничтожение штамбов с помощью обрезки на кольцо. Знаете, чтобы ходить по дереву, не сгибаясь. Это дичайшее, это невежество дичайшее, но оно-то воспитано кем? Ведь когда выходи, и пример неплохой, нет, не в качестве критики, но при усадьбе находится, выходило в количестве 3 миллиона экземпляров. А еще недавно российская газета имела 5 миллионов экземпляров, а там тоже была страница, и тоже учили какое-то, где выращивать, а где убивать. И вот до чего дошло. Вот до чего дошло. Какая может быть вишня? Я вот хожу там, две нашел. Жуть. Умирающие деревья с такими, посмотрите на ногти на своем мизинце, вот с такими плодами несъедобными. Какая к черту это, Европа? В Сибири дела вроде бы получше должны быть. Вот. Она и по Сибири-то хорошо пошла, но если у нас слишком хорошо, а уже севернее, казалось бы, Красноярск, Кань, Скачинск. У меня приятель скупал на рынке, а там они стояли ведрами, у нас они были, эти вишни, в каждом дворе войлочные. Он искупал, и, не поверите, поедет в Канск-Качинск. Ну, по сибирским меркам это рядом. Но уже они не слыхали. И распродавал, очередь устраивается, и распродавал ее съедобную, полусъедобную, так скажем. Кисло-сладкую или сладко-кислую. Стаканами. Умудрялся распродать через за пару дней, ехал, вот насколько она.
Какой бы сейчас-то, конечно, витаминов полно, но то, что они отравлены, плевать. Но даже в сельских магазинах вы купите бананы с этими. И даже банальное такое выражение, как сказать, получается, что такой. Ну ладно. Короче, все было хреново. Но у нас хотя бы были свои волочные вишни по югу Сибири. Вот, теперь культура забыта. Почему? Да, причина была. Так же гноили, так же не доживали они свой век, с одной стороны. А с другой стороны, они не просто не доживали свой век, они и не могли дожить свой век. Для этого причины я уже называл, так? Вот. И сменилось поколение. Садоводы ушли, постарели, ушли на тот свет, дачи были ограблены. Это было страшное бедствие, одно из страшнейших бедствий, грабеж дач. Невидимые сферу покорили, поразили всю Россию, невидимые миру слезы. Грабеж, вплоть до оконных проемов, вплоть до дверей, вплоть до шифера, вплоть до, как у нас, не дай бог, алюминием покрывали, вот, с дуру, эти же крыши. Вот, алюминиевые ложки, алюминиевые вилки, вот, алюминиевые кружки, электронасосы, электрокабели, вот, столбики железные, приходит человек, а ограды нет, столбики железные выкопаны, на металлолом выкопаны. Вот это страшное, оно так и не было неосознанно, ни один писатель не написал никакую эту, который бы вышибал слезу, роман о простом советском дачнике, который потом полил. Но сейчас-то надо возрождать, ребята, раз уж так случилось. Вот, и мы сейчас снимаем второй фильм. Первый был о черешне. Вот. Сказал достаточно, еще придет пора, когда созреют вишни. Ахните, я уж познакомлюсь с деревьями огромными, с урожаями невиданными. Вот. Это на фоне того, что в Европе исчезают последние сады. Но про вишни будет отдельный разговор. А мы говорим про что? Друзья, мы говорим про войлочную вишню, а она не вишня. Ну, похоже, да, красненькие, кругленькие, она не вишня. Это совершенно отдельный вид, который даже к сливе ближе. Почему? А давайте попробуем сливу привить на нее. Привьется. А давайте попробуем абрикос привить. Приживется. А персик покажу. Вот, это я не призываю вас так делать. Почему? Ну, вишня это не то, что кустарник. Ну, назовем ее полукустарником. Можно штамбом растить. Вот, можно кустарником растить. Если растить штамбом, да, 5-10, а может 15 лет, но не абрикос поживет. Но это в крайних случаях у самых умелых руках. Поэтому я не призываю делать ее подвойным материалом. Кроме, внимание, персика. Но это будет уже отдельный разговор. Из правил всегда бывают исключения. Далее, значит, что я самое главное хочу сказать. Морозостойкость высокая. Вот. Вот вдоль Транссибирской магистрали эта вишня должна жить. Но везде есть полметра-метр снега. Пожалуйста, кустовидная форма, никакой штамба. Поняли? Вот. Половину закрывается снегом. Никогда не погибнет. Всегда будете ведрами есть. Нет, так хочу сказать слово. Жрать. Так, в хорошем смысле жрать. То есть, когда мы едим, мы как бы едим. А когда мы жрем, это значит, что мы берем вот, запускаем ведро или сета, прямо процеживаем через пальцы горсть вишен и сразу набиваем ей рот и жрем. Ну что, будем ей заниматься? Давайте я вас познакомлю. И в то же время она внутри вида делится на сорта. Где эти сорта? Никогда ни один сорт удержать невозможно. Ребята, мы ее размножаем только косточками. Попробуйте вегетативным путем. Я много чего достиг. Вот, да, это самое, оглянулся назад, там даже близко многие не приблизились к этому рубежу, вот, кроме двух-трех моих же друзей, маленький наш кружок, незаконно рожденный. И вот, значит, получается так, что сколько бы ни создавай сортов, а вы можете найти новые сорта, пожалуйста, вырастите косточки. Возьмете с этого нового сортового дерева, прекрасный, практически съедобный. Они, запомните, они всегда полусладкие, полукислые и редко-редко сладкие. И вот вы должны что сделать? Вы должны только, если кто не научится размножать вегетативно, а это опять ищите мои материалы,
Вот. Далее о укоренении. А большинство, это 99,9, пожалуйста, косточки и этот же самый сорт исчезает без следа. Точка, приехали. Вот, становится опять такой, как бы сказать, кисловатый, почти несъедобный. Одна радость, что она имеет стержневый корень, а значит, она, имея небольшие размеры, все-таки уходит довольно глубоко в землю, и замерзание корней не служит причиной ее гибели. Причина гибели, еще раз говорю, у нее очень слабая корневая шейка. Ну вот теперь, когда общим целым обозначена тема, вон она проглядывает, я вас познакомлю вот именно вначале с этим экземпляром. Я угрожал, обещал, будете у меня видеть каждое происхождение каждого из сотен деревьев. Вот. Но я пока сижу в тени, боюсь вылазить на солнце, мне сразу начинает голова кружиться. Ах, как кружится голова от этой жары, меня наличанина. Вот, не смотрите, что этот куст кажется скромным. Ему скоро юбилей, 30 лет. Это предельный возраст, потому что в литературе чаще мелькает цифра 20 лет, то ли 20 лет жизни, то ли 20 лет активной жизни, например, плодоношение. Потом он должен умереть. Или, может быть, задичать, не помню. Моя не задичала, но почему? Почему она вначале, я объясню, почему она стала родоначальницей. Итак, погибло 5 кустов, было 5 кустов, 84-85 год, 40-градусная зима, и по округе у многих она замерзла. Вот это был первый удар нанесен, хотя до этого, еще до дачного движения, везде и всюду она была. Легкость размножения. Но плюешь, потом смотришь, и под ней уже растут эти самые саженцы молодые, без проблем. Ну, интерес был какой-то. Все-таки витамины, пусть кисло-сладкая. Ее можно съесть 10, 20, 50, 100 штук. Потом уже начинает сопротивляться желудок, если особенно повышенная кислотность, как у меня. Но всегда ели горстями. Не задичало. Нет, смотрите. Вот. Почему не задичало, сейчас объясню. С 20-го года начали отсыхать отдельные ветки. Так? Вот, например, еще раз говорю, скоро юбилей. Она еще много не принесет, но учитывая ее качество, морозостойкость, вы же уже поняли, почему я упоминал 84-85 год. Далеко не все вишни безболезненно войлочные перенесли эту страшную годину 40-градусными морозами, за 40 градусов, длинными неделями. Вот. И я уже, у меня на этом участке у бабушки, когда я купил, росла одна яблонька белая на ливе, 5 таких кустов. Но 3 из них замерзли, 2 оказались очень кислыми. Все тот же принцип. Чем дичее, тем выносливее. Эту я обнаружил в чужом саду методом дегустации. Вот, посадил косточки, вот это пошла лучше всех. Тоже по-разному бывает. И я тогда не знал, что нельзя садить в ямки, кстати. Я как все садил в ямки, помню первые свои деревья. С дуру. Теперь я говорю с дуру, господа садисты. Ну вот теперь как выглядит. Смотрите, вот еще очередная отсыхает ветка. Она была незаметна, что она уже не плодоносит, что она уже старая. Ее надо вырезать. И вот когда я начал вырезать ветки, я понял, что так же, как в истории со смородиной, кстати, упомяну, не могу же я это не упомянуть. Мой совет личный, он совпадает с частично литературным, то есть я этот совет не сам придумал, а прочитал о нем. Итак, растет смородина, смородина. Она прекрасна, она молодая. А вы знаете, как она стареет? О, то же самое, 20 лет и превращается в дикаря. Вот. Тем более, знаете, как многие смородины-то все-таки умудряются достать выращенную из семечка. А это вообще крах. Она уже и сразу никуда не годится. Но все-таки смородина выращена из вегетативным путем, из фрагмента. С 5-го года, будьте добры, самую лучшую, самую толстую, самую мощную ветку вырезайте. И режьте так каждый год по одной ветке в течение 20 лет. У вас будут неснижаемые урожаи и качество. Здесь получилось случайно. То есть я специально ее не омолаживал таким путем, как смородину я омолаживаю.
Просто начинали ветки отсыхать, и вот когда их отрезаешь, вот получается, что... Ну, почему отсыхает? Она замерзнуть не могла. У меня же в этом году персиков полно плодов, черешни полно плодов. Вот. Здесь ясно, что я не мороз погубил. Стареет, это уже лишняя ветка, ее уже выкормить трудно. Когда ее должен был, вот видите, тут рядом растет ветка полностью, и вот она ветка пустая. А вот там вообще, вот если разглядите за этими зелеными, еще сухие ветки. Вот, то есть дерево говорит, это все лишнее, выкармливать не собираюсь, зато дам вам прекрасные плоды с остальных веток. Здесь уже немного урожая, куст был мощнее, он был 1,5 раза выше, и еще 1,5 раза шире. Вот. И я им долго-долго обходился одним кустом. Потом, значит, я взял и... Сейчас мы с вами пойдем к ее прямому потомку. Итак, вы видите прямого потомка, единственное, не испорченного мною. Применив слово «испорченное», это в хорошем смысле. Я просто хочу сказать, что мне надо было маточное дерево сохранить. Ну, не так много места, поэтому нетронутое маточное дерево только одно. Ему примерно сейчас 8-10 лет, не больше. Смотрите сюда. Это все оно одно. Смотрите внимательно. Вот. И вот сейчас он идет уже на рекордный урожай. Вот. Рекорды в этом саду ставятся мимоходом. Ой, правда говорю. Невзначай. Вот, посмотрите, потянет она на какой-нибудь сибирский хотя бы рекорд. А в Европе и такое немыслимо. Я сейчас его обойду со всех сторон. Расползлось. Лежит на земле. Смотрите-ка на него. Вот. И здесь уже. Посмотрите, какой. Вот здесь вот видите, помельче, да? Потому что оно вообще как облепиха висит. Вот. У меня нет задачи, и, наверное, так не получится. Вот, потому что ни сил, ни рук, ничего не хватает. Это все оно же, смотрите. Это оно. И вон там еще, вон там. Вот. Посмотрели, да? Теперь смотрим со стороны дальнего плана, как оно выглядит. Вот так. И еще с дальнего плана вот так. Совершенно молодое дерево. Теперь что мы имеем? Теперь мы имеем возможность сравнить, еще раз говорю, прямой потомок. Маточное дерево остается не для того, чтобы с него срезать черенки, вот, а для того, оно не самое породистое, оно кисло-сладкое, оно съедобное, так? И его главное предназначение – обеспечение Сибири. Европа пока молчит, ей неинтересно. Для того, чтобы обеспечить хотя бы Сибирь. Тут 1000 семян, косточек посмотрим. Еще раз говорю, в письмах ко мне она даже не упоминается. Вот это вариант какой. Видите, 40 градусов зимы были. Никаких следов, ничего на нее не действует. Но, подчеркну еще раз, помните мои же те же самые требования. Посажено где? Смотрите, я снизу показываю. Заметно, что на холме растет или незаметно? Я надеюсь, что вы заметили, что она растет на холме. Все, с ней пока. Пойдем поищем альтернативу. В плохом смысле и в хорошем. Тимош, ты меня потерял? Я сейчас фильм снимаю про вишню. Помнишь, мы черешню собирали? Тебе понравилось? Понравилось. А теперь смотри, будем про вишню, она разная бывает. Я хочу, чтобы ты выступил дегустатором. Иди сюда. Попробуешь? Смотри. Фоткай меня. Я тебя сфоткаю, уже фоткаю. Вот, видишь? Вот. Сейчас, чтобы нам не отвлекаться, в фильме прервать, иди ко мне, я тебе покажу, что. Иди. Вот. Сейчас мы находимся... Идем сюда. Ты будешь дегустатором. Возле забора. И не случайно. Прекрасная с виду слива. Ой, я уже начал заговариваться, но это по Фрейду. Я говорил, что волосная вишня ближе к сливе. Находится прямо за забором. Вот поднимаю руки, становлюсь на цыпочки. Надеюсь, вы ее видите. Друзья мои, так. Теперь, Тимош, смотри. Я хочу, чтобы ты попробовал несколько ягодок. Ага,
Нет, ты, это я знаю, что ты их не любишь. Дело в том, что это войлочная вишня, она кисло-сладкая. На, Тимош, иди хотя бы, ну, чтоб реакция была. Вот через силу засунь в рот. А, ну это тебе не черешня, правильно? Ну, в общем, так я вам скажу. Кислее в жизни ничего не ел. Вот. Поэтому сейчас, Тимош, дай фильм доснимаю. Ты ходи рядом со мной, хорошо? Ну, не отвлекай. Итак, еще раз. Я уже выбросил. Вот это наиболее дикая форма, какая мне приходилось встречать. Так. Она мельче в два раза. Она практически несъедобна.